Молодая двухлетняя кобыла по кличке Америка. Я в прошлом году купил. Мне показалось, что она очень красивая. Поэтому я ее купил. Она в типе русского тяжеловоза. Ну, я бы сказал, она даже очень такая экстерьерная кобылка. Как вы думаете? Пишите в комментариях. В этом году она вроде как баланс ее гулял. Подними голову, Америка.